Всем привет! Это канал Cool Film. У меня есть для вас еще одна история, которая может произойти в клевом мультфильме «Зверополис 2». Итак, идею для этого выпуска предложил Александр Науменко. Короче, погнали! Мы останемся в городе. Джек Сэвэдж раньше работал в ФБР и был лучшим агентом, но его оттуда давно выгнали, потому что он помогал преступникам. Теперь Джек задумал забраться на самое высокое здание в Зверополисе и распылить смертельный вирус, чтобы потом продавать противоядие. Теперь Ник и Джуди пытаются его остановить. Они узнают, что у Джека есть флешка, на которой записана формула антивируса. Наши пушистые герои нападают на этого злобного кролика и отнимают у него эту флешку, но Джек сбегает. На следующий день Ник приходит в полицейский участок и обнаруживает, что Джуди нет на месте. Он начинает беспокоиться и решает съездить к ней домой. Приехав на место, Ник видит, что дверь в квартиру его напарницы была открыта. Зайдя внутрь, Ник находит записку от Джека, в которой говорится о том, что он должен вернуть ему флешку в обмен на Джуди, указывая место встречи. Ник быстро мчится на заброшенный завод и находит там связанную напарницу. Джуди пыталась ему сказать, что это ловушка, но не успела. Джек подкрался сзади и наставил ствол на нашего рыжего героя. Ник резко разворачивается и бьет в нос Джека, потом быстро развязывает Джуди и просит ее убраться отсюда подальше, а потом вызвать подкрепление. Морковка так и сделала. Затем Ник выбивает пистолет у Джека и продолжает драку. Ник практически победил, повалил гадкого кролика и начал душить. Но Джек дотянулся до пистолета и выстрелил в грудь Нику. Через несколько секунд Джуди Хоббс возвращается с подкреплением и вяжет Джека. Джуди видит, что ее рыжий друг лежит на полу в крови. Она подбегает к нему и плачет. Ник сказал, что любит ее уже очень давно, но никак не мог признаться в этом. А теперь решает рассказать ей о своих чувствах, потому что терять уже нечего, ведь он может умереть. Джуди заплакала. Затем они поцеловались, а потом Ник потерял сознание. Через несколько дней Ник очнулся в больнице. Все это время Джуди не отходила от него ни на шаг, ведь она тоже была влюблена в своего рыжего друга. Через несколько месяцев наша парочка поженилась. Вот так. Ребята, что вы об этом думаете? Обязательно напишите об этом в комментарии. А еще скачайте нашу новую песню про Зверополис 2. Для этого нужно просто перейти по ссылке в описании. На этом все. Всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых роликов. Всем пока!